Продолжаем выпуск. С 1 июля приказом Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса «Ямала» изменены тарифы на коммунальные услуги по электро-тепловодоснабжению и водоотведению в жилом секторе. Как изменятся цифры в квитанциях, расскажет мой коллега Игорь Борисов. Предельные рамки тарифа на электроэнергию устанавливает антимонопольная служба. Этот тариф меняется ежегодно. В этом году рост составит от 5 до 14 копеек за киловатт-час. В зависимости от наличия в вашей квартире газовой электроплиты и от того, работает ли ваш счетчик в режиме день-ночь. В худшем варианте по одноставочному тарифу в квартире с газовой плитой потребитель заплатит 2 рубля 58 копеек за киловатт-час. Было на 14 копеек меньше. А вот на тепло- и водоснабжение, а также на водоотведение тарифы регулирует округ. Они не изменялись практически 6 лет. Скажем, по теплу рост тарифа в денежном выражении выглядит более серьезно. О тепловой энергии. Тепловая энергия на основании приказа Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса номер 45Т от 29 апреля 2016 года. С 1 июля у нас тепловая энергия составляет 1313 рублей за 1 гигакалорию. Вот. Был у нас раньше показатель 1258. Итого плюс 55 рублей за гигакалорию. Но гигакалория – серьезная единица. В месяц для отопления стандарта квартиры в деревяшке в 54 квадрата по нормативу таких гигакалорий полагается всего 3. В капиталке нормативы еще меньше. Тариф за водоотведение увеличится на 2,5 рубля и составит 57 рублей 50 копеек за кубометр. Месячная норма – порядка 6 кубометров с человека. И, наконец, водоснабжение. И, соответственно, по последней коммунальной услуге, это по водоснабжению в нашем городе, значит, за 1 метр кубический мы сейчас берем 47 рублей за 1 метр. Вот, соответственно, показатель до этого был 45. Вот, значит, это значение установлено также приказом Департамента тарифной политики. Вот в таких размерах выросли тарифы на коммунальные услуги. Нормативы их потребления остались прежними. По приборам учета рассчитывайте сами. А стоимость жилищных услуг определяется либо самими жильцами многоквартирных домов на общих собраниях собственников, либо ценой квадратного метра, при которой управляющая компания выиграла конкурс управления. Игорь Борисов, Алексей Юрженко, программа «Время местное».